появилась такая задача для вот этого кронштейна на камеру сделать какой-нибудь кожух, потому что выглядит он очень страшно. Вот, и вот такую тему я замутил. Вот такой кожух. Замоделил этот кронштейн ужасный. Потом замоделил вот этот, считай, кожух. Сделал упоры. Вот, дело в том, что на мой стол на 3D принтер он не поместится, потому что он в длину больше, чем мой стол, чем область печати моего принтера. И я вот таким интересным способом его порезал. То есть здесь будут ниши, а здесь наоборот будут выступы. Вот эта часть будет сверху одеваться на кожух, вот этими упорами будет держаться с этой стороны, а вторая часть будет защелкиваться на нее вот этим выступом, а здесь он будет держаться за счет вот этого выступа. Ну вот сейчас буду думать, как это печатать, потому что нужны будут поддержки, скорее всего. Через булиновую операцию сделал эту штуку. На шейдинг здесь можно не смотреть, потому что на распечатанной 3D модели видно не будет. Можно вообще вот так вот флэт.
вот сейчас буду смотреть, как это разместить на столе. Забыл еще показать, чтобы эта штука как защелка работала. Ее надо внутри еще немного потыкать, сделать полой. Дополнительно еще надо ее разделить. Так получается.
А не, все получается, я тупанул просто. Простите. Теперь, когда это будет вставляться в отверстие, эти штуки смогут сыграть, чтобы вот эта выпуклость в паз села. Вот.